Сирийские беженцы готовятся к переезду в Германию. Уже в следующем году правом на воссоединение семей могут воспользоваться сотни тысяч человек. Чем это чревато для канцлера Ангелы Меркель? Подробнее Татьяна Лагунова. Германия готовится к новой миграционной волне. Уже в следующем году в страну могут приехать сотни тысяч человек. Это ближайшие родственники беженцев из Сирии, которые недавно получили в Германии убежище. 2 года назад, когда Германия открыла двери для сирийских беженцев, немецкие власти приняли специальную миграционную поправку. Она предусматривала на время заморозить их право на воссоединение семей. Иными словами, разрешить беженцам забирать свои семьи в Германию не раньше, чем через 2 года. И вот это время прошло. Теперь родственники получивших убежище мигрантов могут переехать в Германию. По данным немецких СМИ, в следующем году правом на воссоединение семьи могут воспользоваться 390 тысяч беженцев, в основном из Сирии и Ирака. Забирать смогут только ближайших родственников, супругов, детей и родителей. Немецкие социологи уже провели опросы и выяснили, почти 60% немцев скептически относятся к такому воссоединению семей. Сторонники, напротив, считают, это будет способствовать интеграции мигрантов и стимулирует их реализоваться в Германии. Миграционный кризис – это, пожалуй, самый серьезный тест для Ангелы Меркель, и не только политический. Сегодня представители Федеральной прокуратуры Германии сообщили, за последние 2 года более 1000 человек подали жалобы на канцлера с просьбой проверить, нет ли в миграционной политике Ангелы Меркель признаков государственной измены. Впрочем, все иски были отклонены. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».